Сегодня любая сфера, начиная от оборонной промышленности, медицины, агропромышленного комплекса и заканчивая госуправлением, нуждается в высококлассных IT-специалистах. Именно сейчас, в такой неспокойной политической обстановке и санкционном вакууме, моментально возросла потребность в работниках именно этой сферы. Их знания нужны везде. Это Таргет, социальные медиа, интернет, техника и ряд других. Центр управления регионом подписал договор с ведущими тверскими вузами, в рамках которых их студенты IT-направлений смогут не только пройти практику, но и в дальнейшем получить высокооплачиваемую и перспективную работу. То, что за IT-специалистами будущее, стало понятно давно, и назрел вопрос их подготовки и сохранения на рабочих местах в регионе. На сегодняшний день редко какая компания может без них обойтись. Центр управления регионом также готов пополнить свой коллектив молодыми айтишниками. Такие специалисты нужны. Вот у нас 22 рабочих места. Мы не только сегодня будем говорить о том, чтобы пригласить наших студентов действующих, студентов младших курсов, старших на практику, но и в целом в дальнейшем предоставить им возможность работать у нас. То есть мы являемся таким работодателем. Стоит отметить, что и абитуриенты штурмуют чаще именно те вузы, где есть направления, связанные с IT. Выросло число желающих, соответственно, и проходные баллы. Приходит интеллектуально одаренная молодежь. Один из самых больших конкурсов в нашем университете, в Тверском государственном техническом университете, в прошлом году, и мы уверены, что и в этом году будет на специальности IT-профиля, конечно. И не зря молодежь выбирает эти профессии, ведь они, во-первых, востребованы, во-вторых, являются высокооплачиваемыми и перспективными. Сейчас очень важно сохранить эти кадры на Тверской земле, а для этого нужно создать все условия, отметил депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев. Очень хочется надеяться на то, что у нас перед специалистами сейчас самые востребованные в сфере IT действительно широкая, интересная и перспективная дорога. Чтобы эти люди видели, что они здесь, а, востребованы, и, б, что их наработки действительно притворяются в жизнь, действительно идут и внедряются вот во всем том, что нас окружает. Именно с этой целью развивать IT-отрасль и растить свои профессиональные кадры было подписано соглашение между Центром управления регионом и ведущими вузами Твери. Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы ТГТУ и ТВГУ, в рамках которого их студенты, обучающиеся на соответствующих направлениях, получат шанс не только пройти практику, но и получить рабочее место с перспективой дальнейшего развития. Напомню, что Центр управления регионом был создан в 2021 году и занимается координацией работы по мониторингу и обработке обращений, поступивших в адрес органов власти и учреждений. А в этой работе также не обходится без IT-технологий.